продовжуємо наш ефір, і поруч зі мною вже є чарівна гостя Олена Бурятинська, бібліотекар міського центру екологічної інформації та культури бібліотеки філіалу номер 2. Доброго ранку, Олена. Добрий вітаю день. Вас в нашій студії. Сьогодні будемо розмовляти на цікаву тему про парки, да, про природу нашого міста Миколаєва. І я знаю, що на базі вашої бібліотеки був створений екологічний центр інформації та культури. Давайте більш детально розкажемо, що це за центр і що за екскурсії проводяться на базі цього центру. Библиотека «Филиал номер 2» – одна из крупнейших библиотек централизованной библиотечной системы для взрослых города Николаева. Она известна многим горожанам тем, что на ее базе в 2004 году при поддержке отдела охраны окружающей среды и общественных организаций был создан городской центр экологической информации и культуры. С 2013 года у нас появилась новая услуга для горожан. Мы ее назвали «Экологические экскурсии». Эти экскурсии помогают системно взглянуть на окружающую нас среду, то есть парки и скверы мы рассматриваем в комплексе, их географическое положение, растительный покров, исторические события, особенности почвы и так далее. Это позволяет не только расширить краеведческие знания, но и понять, насколько важны для нашего города парки и скверы. Ведь учиться охранять и беречь можно лишь то, что хорошо знаешь. Мы планируем создать целую серию экскурсий по паркам и скверам. Первая экскурсия была разработана и проводится в парке Пионерский, а вторая – в парк Лески. А давайте більш детально, як проходять ці екскурсії? Тобто набирається кількість людей, чи це безмежна кількість? От скільки людей може бути на екскурсії і як проходить екскурсія? Скільки часу займає? Як це відбувається? У нас на самом деле все получается экспромтом. У нас в основном люди звонять по телефону 34 60 44, либо приходять к нам в бібліотеку, записуються на проспект Леніна 9. Бывает, что экскурсии заказывают школьники. Количество людей совершенно разное, бывает и 5, и 10 человек. Бывают классы, даже до 60 человек доходило у нас. Тобто ви вже були в парку Петровському, так? Нет, в парке Пионерском, да. Так, и в парку Ліски. И в парке Ліски. Сьогодні пропоную зупинитися на парку Ліски більш детально. І розпочинається завжди з історії, так? Давайте поговоримо про історію парку. Парк Лески находится на обширной юго-западной части Николаевского полуострова, которая прилегает к Лесковой косе в микрорайоне с таким же названием. Лесковая коса впервые была названа в 1867 году в Луции, и в 1890 году она появляется на плане города. До этого она именовалась Осница или Осницкая коса. Это была обширная коса на левом берегу Бугского лимана. И по свидетельству составителя описания земель Романа Никифоровича Томилова, это название кос Бугского лимана давали запорожцы, которые ловили здесь рыбу задолго до основания Николаева. Он так объясняет название происхождения кос. Некоторые по случаю, а иные по виду фигур, произрастанию дерев имена получили. Возможно, название было дано от украинского слова «осика», «осина», так как в районе косы росло очень много этих деревьев, а возможно и от «ось», «осница», «острая вершина», так как коса представляет собой треугольное заострение, вокруг которого круто поворачивает, как бы вращается Бугский лиман. Также известно название «осницкий кут». В данный момент лесковая коса срыта, в ее глубине устроен торговый речной порт для навалочных, сыпучих и массовых грузов. Очень интересно, его в начале 20-х столетий, его ландшафт, потому что ландшафт парка Лески представлял собой типичную степь. Здесь господствовали пески и саги. Случались солонцы, солончаки, даже солеродные озера. Такой ландшафт можно сейчас увидеть еще на Кимбурской косе. То есть такой ландшафт, как в парку Лески, мы еще можем на Кимбурской косе, так? Да, в начале 20-го столетия именно так вот и выглядел парк. Угу. Скажіть, а яку живність, які рослини можна побачити? У нас є фото, я прошу режисерів поставити нам фото, ми будемо їх коментувати і паралельно з нашою розмовою. Ось ми бачимо... Это у нас был барсучок, он гнездится возле озера, то есть в камышах. Это вы сейчас видите наш буклет
которые мы разработали при поддержке Департамента жилищно-коммунального хозяйства. Здесь краткая хронология, история парка, описание растительности и карта с обозначениями. Так. Такий буклет, до речі, ви принесли з собою. Так, да, ось... у нас це платанова алея в парку Ліски, фото Маца Дмитрія Анатолійовича. О, це у нас жерлянка, це жаба, яка обитає в парку Ліски. Так. У неї красні п'ятнишки, щоб вона предупреждала людей, що вона опасна. Это старое фото, буфет в Лисках, то есть мы можем сравнить, как выглядел этот парк. Тобто, як було раніше і як ми бачимо на сьогоднішній день. Так, знову. Дорога в Лиски, значит, это так, по инициативе Алексея Самуиловича Грега была засажен берег Букского лимана. И преимущественно это была шелковица, и вот они образовали ближние Лиски, вдоль которых шла вот такая прибрежная дорога в Лиски. Так, дуже так цікаво переглянути фото. Ага, ось ще у нас. Это краснокнижная насекомая, пчела-плотник. Оно также обитает в парке Лиски. Да, дивовижно, так. Это очень редкое, редчайшее растение, которое... известна на планете лишь из окрестностей Николаева, василек бело-жемчужный. Это двухлетнее травянистое растение высотой от 50 до 150 сантиметров с прямыми стеблями, разветвленные от середины. Цветки вот пурпурные, розовые, иногда встречаются белые. И если вы можете видеть, то отличается от васильков других видов шелковистой оберткой корзины. Цветет в июне-августе, плодоносит в июле-сентябре. Общая численность мировой популяции сейчас не превышает несколько десятков тысяч особей. Еще до конца 90-х годов это растение росло в парке Лиски, но сейчас, к сожалению, исчезло в результате несанкционированного добывания песка, автогаражного строительства, складирования мусора, изменение гидрологического режима в результате намыва песка на прилегающей территории для жилищного строительства. Это растение занесено в Красную книгу Украины, Европейский красный список и Глобальный красный список редких и исчезающих растений мира. Сейчас мы видим наголоватку Почёскова, она также росла в Лисках до конца 80-х годов. Этого растения, к сожалению, нет в списках охранных книг, поэтому его необходимо включить в региональный красный список Николаевской области. Так, дивовижно, так. Это у нас бабочка краснокнижная подолирий. Его тоже можно встретить в Лисках. Тобто це все мешканці наших парків, так, яких ми ось можемо просто побачити, якщо захотіти, так? Ну, на самом деле, да, в парке обитают из краснокнижных это насекомые, махаон, подолирий, пчела-плотник, которые мы с вами видели. А вообще там много встреч... Вот можно... расскажите нам детальнейше, что, кого ще мы можем встретить? Можем встретить очень много животных. Из позвоночных преимущественно птицы. Всего зарегистрировано 25 видов, из 22 из которых гнездящихся. В районе озера в камышах вот мы видели барсучок, есть еще дроздовидная, тростниковая, болотная камышница, лысуха, кряква. Озеро используется в качестве кормовой станции сизой и озерными чайками. Из земноводных мы видели жерлянку, есть еще зеленая жаба, чесночница и обыкновенная лягушка. Из пресмыкающихся разноцветная ящерка, водяной и обыкновенные ужи. Иногда вот мы встречали на экскурсии вот такую вот черепаху. Вот, и в озере обитает обыкновенный карась, отмечен. А як доглядати, щоб не ви, ну, щоб і надалі продовжували бути ці мешканці в парку Ріски? Вони ж потребують і догляду, так, зберігань, ну, щоб не зникли. Обязательно. Вот мы видели василёк бело-жемчужный, к сожалению, сейчас он уже не растёт в парке Ліски, но это очень редчайшее растение, и надо попробовать восстановить его в парке. Для этого нужно
создать центр искусственного разведения и определить территорию для восстановления песчаной степи. Также можно попробовать восстановить и другие виды растений, которые росли на этой территории. И по свидетельствам исследователей Феодосеева и Почуского, также росли в лесках. То есть можно воссоздать несколько рощиц березы Днепровской, которая занесена в Красную книгу Украины. Можно попробовать крестовник днепровский, это эндемичное растение Днепродонского бассейна, на головатку Почуского, которую мы уже видели. И вот благодаря вот этой вот уникальности, то есть появляются очень множество возможностей. Во-первых, можно проводить какие-то исследовательские, проводить исследования, да. Можно проводить эколого-просветительские образовательные мероприятия. В конце концов, можно развивать туризм, связанный с ним сферы услуг, потому что степей у нас на планете осталось 3%. В Красной книге около треть растений – это степные растения, то есть нам есть что, чем гордиться, и нам есть что восстанавливать. Скажіть, а як працюють над цим, займаються цим відновленням чи ні? І скільки часу займе, щоб хоч якось відновити і рослинність, і парку? Дело в том, что сейчас очень сложно сказать, будет восстановлено и как растения себя поведут. Одно дело, когда они сами размножаются и растут, а другое дело, когда человек пытается что-то заново восстановить. Поэтому очень сложно, но можно попробовать это сделать. Я считаю, что это необходимо, тем более, что эти растения, они все жили в этой местности. Это наши родные растения, которые не требуют затрат воды каких-то дополнительных или каких-то особых усилий. Так, дякую. Ми поговорили про парк Ліски. А в яких іще парках плануються екскурсії? І які плани у вашого центру надалі? Поділіться з нашими глядачами. Ми плануємо зробити екскурсії по різним паркам і скверам міста Ніколаєва. Парк Піонерський знаходиться за 22-ї школи, це небольшой парк. Парк Ліски гораздо більший, тому ми і гуляємо в ньому дольше. Сейчас розробляється екскурсія в сквер Шевченка. Несмотря на то, что площадь самого сквера небольшая, но там достаточно много интересных видов растений, которые можно рассказывать и показывать нашим жителям. Так, я пропоную зараз показати так нашим глядачам буклетики, які створені. Це парк Петровський, так? Вам можете... Піонерський. Піонерський. Що є у нього Петровський? А я вам скажу, діло в тому, що в 1904 році у нас було в місті таке общество, комитет трезвості, і у нього було якраз дві території. Один парк Піонерський, второй парк Петровського. Поэтому, да. Не дарма я сьогодні його так називаю. Дякую вам, що завітали, що так детально розказали, але я думаю, що перш ніж почути, треба 100 разів краще побачити, да? І тому у наших глядачів, безумовно, є змога прийти і переглянути. Багато хто з нас навіть не знав, що є така рослинність у наших парках, що живуть такі мешканці, це дуже цікаво і на це варто переглянути. Зараз хочу попросити вас побажати доброго ранку нашим глядачам і таку запросити їх на екскурсії до наших парків. Я вас приглашаю к нам на экскурсии. Вы можете записаться к нам, либо придя в библиотеку на проспект Ленина 9, либо позвонить по телефону 34 60 44. И я желаю вам хорошего дня. Всего доброго. Дякую вам. Отож, в мене в гостях була Олена Бурятинська, бібліотекар міського центру екологічної інформації та культури бібліотеки філіалу номер 2. Дякую вам за таку змістовну розповідь.